Показываешь сейчас не руками, чем угодно, и голос ты делаешь уже слезливый. Ничего не делай, ты пропусти через себя эту ситуацию. Слезы-то потом пойдут сами. Ты не контролируй себя, не выстраивай ничего. Иди по сути. Пошли. С самого начала? Ну, естественно. Здравствуйте, святой отец. У меня девушка умерла. Я виноват в ее смерти. Так как она уехала по работе, разбилась на машине на обратном пути. Дело в том, что я ее отпустил. Я должен был с ней поехать. Но я с ней не поехал. Так как решил, что все это время, пока ее не будет, я буду с другими девушками. Да, в то время, как ее не было, у меня была другая девушка. Мы с ней наслаждались всеми утехами, которые можно. Поскольку, если бы я поехал бы с ней, этого бы не случилось. Но я остался здесь, предаваться. Ну, там, допустим, там. Не, не допустим, вы уже псих. А, там, снимите с меня кожееды, едят меня кожееды. Ой-ой-ой-ой-ой. Это вы играете, это вы нам показываете. Да. А мне не надо показывать. Вы им станьте, вот вы сейчас не спешите только. Сколько вам нужно минут, столько и сидите. Но вы им станьте на моих глазах вот этим психом и войдите в себя. Я, конечно, не профессионал. Ну, это без слов. Это хорошо было! Зачем останавливался? Пала клеветанной молвой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Подожди, ты же сказала, что ты пришла поделиться со мной, а ты не делишься. Поделись. Не вынесла. Нет, сначала, с нуля, от печки. Погиб поэт. Невольник чести. Что, простой вот так вот его взяли, кирпичом там по голове ударили и все. Стоит ли о нем говорить? Нет. Погиб поэт. Великий Александр Сергеевич. Да, невольник чести пал. Оклеветанный молвой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой, не вынесла душа поэта. Да, 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 только это... Не надо себя так ломать. Позора мелочных обид. Нет, ну по этому поводу есть же тоже отношение. Да, не вынесла душа поэта. Позора мелочных обид. Восстал он против мнений света. Один как прежде. И... Надо сыграть их сразу. Надо сыграть и психов. Вот так вы видите. Вот все остальные будут психами, а вы будете психами. Психов. Да мы и так... Вас будут обзывать, может быть, психами, а вы на самом деле будете самыми настоящими честными ребятами. Да. Ну, мы такие... Классными. Честные психи. А вас будут называть психами. Почему? Потому что вы будете выбиваться из ряда. Выбивающийся из ряда уже псих. Вот-вот про это я и говорю. А, сделайте это. Покажите, вы же в кино пришли. Что, да? Вы пришли в кино. Потанцуйте, в конце концов. Ну потраляля, не можешь? Давай, Александр. Нет, сначала. Да нет, ну что? Ты будешь сниматься, а мы будем массовки. Не, ну мы как бы пришли, что спросить, как бы, вас. Как мы знаете? Предложить свои услуги в плане нашего таланта. Услуги, господи, ну, что такие услуги? Талант, да, свой. Покажите его, в чем талант? Ну вот я вам рассказал то, что у нас есть... Не надо рассказывать, вы покажите нам. Танец? Да хоть что-нибудь показать, вы можете что-нибудь? Без настроения. Я зашла домой, увидела барина. Но он лежал на диване, пил пиво и жевал свою любимую жвачку. Не жевал, а чпокал. Я подошла к нему и сказала: если ты еще раз
чпокнешь жвачку, но он меня не услышит. Я подошла к стене, взяла дробовик и сделала 2 предупредительных выстрела, но прямо в его башку. Это конец, что ли, да? Да, да, это конец. Я еще не успел вас даже понять, вы уже закончили. А этот, ну, что-то сценарий. А? Сценарий так придумал. Да, задумка так. Ну, все, да. Принимаю. С реквизитом работаете, понятно. Ну, красная шапочка. Красная шапочка идет к бабушке, несет ей пирожки, чтобы накормить. И тут неожиданно по дороге есть сейчас серый волк. Привет, красной шапочке. Привет, волк серый. Ты куда идешь? Я к бабушке направляюсь. Бабушки? Зачем ты к бабушке идешь? Да вот пирожки несу. Пирожки? А с чем пирожки у тебя? Пирожки с мясом. С мясом говоришь? Ну ладно, ступай себе дальше, красная шапочка. Ну, красная шапочка пошла дальше к бабушке, и серый волк обогнал ее, съел бабушку и лег посередине. Настя, давай потом. Ты приехала или нет? Ну тогда все. Потом. Это кто? Это внученька твоя. Красная шапочка. Заходи, внученька. Вот, бабушка, я тебе принесла пирожки. Спасибо, внученька. Бабушка, а что у тебя с глазами? Ой, внученька, извини, после вчерашнего не отошла. Бабушка, а что у тебя с ушами? Ой, курить, внученька, хочу, не могу. Бабушка, извини, сигаретки нет с собой. А ты куришь, внученька? Да, ну ты же куришь, я с тебя пример беру. Ладно. Ну, потому что он дурак. Да, пожалуйста. Ну да, если он не дорос до моего уровня. Да, вот, тебе не расскажешь, я делаю. Да, вот. Если да. Ты не понимаешь, если у тебя есть мозги, если у тебя есть интеллект, почему ты не понимаешь элементарных вещей, в конце концов? Ну тогда я могу назвать тебя только дураком. И больше никем. Если ты не хочешь дальше развиваться, если ты не хочешь ничего делать. Как он сделал вид, что он вроде понимает. Ты действительно дурак. Но если вы понимаете, если ты понимаешь, что хоть что-то. Не, вы потеряли к нему интерес, да? Вы потеряли к нему интерес, это все-таки сын. Ну вот! Ну, вот знаю, видишь как, ну слава богу! Что-то начал понимать. Же, я надеюсь, что это в будущем тебе поможет. Мы же меняемся, да, в зависимости от того, понимают нас или не понимают. Когда мы начинаем возбуждаться? Не хватает материала. По материалу нам надо 2,5 килограмма метиза. Желательно 150. И по возможности 8 листов USB. Ага, понял. Как вы сказали, куда мне пойти? Спасибо. Спасибо на добром слове. Как бы на этом разговор закончен? Сначала.